Более 700 человек в Кировской области переселили из аварийного жилья. Об этом сообщают в правительстве региона. Там отчитались о ходе программы по переселению на этот год и планах на будущее. В Уричевском районе новое жилье получили все нуждающиеся. В Сосновском и Вятскополянском районах осталось только оформить документы трем семьям, и до конца года они въедут в новые квартиры. В 8 районах области сейчас продолжается строительство 30 многоквартирных домов. В них будут жить 405 семей.